Всем привет, ребята, с вами Мишхакер, и сегодня я хотел вам сказать то, что в ближайшее время я не буду снимать всякие прохождения хорроров или какие-то игры, потому что у меня просто уже нету идей, и тупо некоторые у меня даже телефон просто не поддерживают из-за этого, вот. Пока что буду только, наверное, рэпчик пока что выкладывать, вот, на другой канал, этот временно, наверное, не будет доступен. Ну, недоступен, как сказать, типа, не буду им пользоваться. Ну, может быть, я что-нибудь там порыскую, найду что-нибудь, вот. А вот вам сейчас будет такой небольшой... забыл, как называется. Ну, короче, хер такая, которая... Нет, тихо, не пали сразу. Вот, это вот здесь в плохом качестве, а я потом перечитаю, будет лучше, это вам... дисклеймер, что ли, так, как-нибудь сказать, к следующему рэпчику вот послушать. Ай, блин, у вас же это как, ё-моне, вам же нихера не слышно будет в наушниках, ну вот, ща. Вот такой небольшой дисклеймер будет, вот. Вот так вот. Это из-за альба с моей рекламы, ёбанька, каська ты. Ёбкарная жопка. Так, ну вот. Вот такой небольшой дисклеймер. Вот, что еще вот такое. А еще у меня есть идея, конечно, еще с другом. Есть идея записать рэпчик, но это будет... Не знаю, когда, наверное, может, через 2 дня, через 4. Вот это я не знаю, просто тупо не знаю, вот. И еще у меня одна идея, не знаю, реализовать ее, не реализовать ее. Вот думаю. Вот вроде бы прикольно, здесь меня слышно было просто далеко от тебя. Телефон держал. Вот, не знаю, потому что, сорян, долбанулся об этот. Об наушник. Вот. Это все, что я хотел сказать. Потому что мне просто тупо нечего скачивать. Вот. Ждите новые рэпчики. Всем пока.